хорошая. Добрый вечер, мои зрители, подписчики и просто гости, которые случайно заглянули на мой канал. Подошел к концу наш отдых в Испании. Коста-Дорадо. Замечательное местечко, замечательный городочек Салоу. Сегодня мне захотелось пройтись по набережной, знаете, в какой-то такой тишине и душевном равновесии, душевном таком спокойствии. Да не тут-то было. Да не тут-то было, сказала я. Столько народу гуляет, и все щебечут, испанцы. Щебечут. Столько иностранцев. Русской речи практически не слышно. Ну, в общем, что я хотела сказать? До свидания, Испания! Испания, до свидания! 9 дней пролетели. Ну, я не знаю, просто как фейерверк. И каждый день у нас наполнен был чем-то новым, чем-то радостным. Вы не поверите, вот ни за что не поверите. Я не нашла времени поваляться на пляже. И Надюшка даже не даст соврать, когда я говорю: Надюш, можно я 5 минут посижу? Ну, можно я 5 минут посижу? Вот чуть-чуть, вот погреюсь только на солнышке. Да, мам, конечно, но нам нужно туда, сюда, нам нужно здесь успеть, нам нужно там побывать. В общем, 9 дней мы с удовольствием и с полной отдачей провели, накупались. Не назагорались, сразу говорю, не назагорались. А мы накупались, поездили по экскурсиям. Что мы делали за эти 9 дней? А кто не видел мое видео, посмотрите. Что мы делали за 9 дней? Я побывала в Барселоне. Я побывала в Тарагоне, в старом городе. И мне очень-очень понравился. Я вообще люблю старые, старинные города. В общем, я удовлетворила свое любопытство 40%. И обязательно вернусь в Испанию. Возможно, сюда нужно приезжать без ребятишек, потому что им тяжело даются все экскурсии. Хотя они с удовольствием ездили. А, кроме Барселоны. Очень быстро темнеет. А я очень люблю, когда солнце садится в море. Не когда оно садится за горы, за отель или там за дома, когда оно садится в море. Можно посидеть, помечтать. В общем, мои хорошие, возвращаемся в Москву. Довольные, счастливые. С обновками. Да, я здесь приобрела несколько обновок, в том числе вот такой замечательный сарафан. Попытаюсь вам его показать. Стиль бофа. Свободный. И море видно, не только меня, правда? А вы видели ночью море? Оно, как щенок лохматый, лизнуло меня прибоем, потрогало мягкой лапой, свернулась у ног игриво и сладко-сладко зевнула. «Как тихо!» – шепнул ветерок. Наверное, море уснуло.
Sí, que se está. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?